Всех приветствую, ребята. Ну что, прочитаем введение 4 главе и начинаем. Воден берется изучать недуг Гуга, но от его методов лечения у мальчика начинается припадок. Амиция с Лукой отправляются на поиски успокоительных трав. Они узнают, что крысы по всему Красному городу нападают на графских солдат. Армия устраивает жестокую зачистку в надежде сдержать укус. Амиция вновь оказывается в гуще боя и теряет контроль над собой. Их с Лукой хватают и осуждают на смерть, но Лука напоминает Амиции об ответственности за близких, и она берет себя в руки. Друзья сбегают и успевают вовремя принести травы. О том, что они после этого отправились в порт, как-то не указали. В общем, идем за этой тележкой. Черт. Да что ж такое? Кажется, я понял, что здесь произошло. И они снова совершают ту же ошибку. Да сделайте что-нибудь, бога ради. Колесо застряло, лучше помогите. О нет, они приближаются. Толкайте, толкайте, обода. Нам нельзя тут застрять, шевелитесь. Так, здесь нечего исследовать. Если они продолжат так кричать... О, боже, похоже, слишком поздно, они уже здесь. Это что, Амиция? Воу. Стой, стой! Офигеть. То есть мы вот у этого маленького костерка выжили, а они там... Этого не может быть. Их слишком много. Как мы через это переберемся? Их там было что-то 4. Это лужа на земле, она натекла сюда. Пахнет смолой. Если так, она очень горючая. Попробуй ее поджечь. Да, точно, точно. Надо попробовать. Так, можно поджечь смолу, метнув в нее игнифайер. Свет разгонит крыс, но пламя поглотит все, до чего дотянется. Ну, это хорошо. Вот, да, что я говорил, что у них там аж 4 факела было, их смело, как нефиг делать, а мы тут под одним чудом выжили. А, вон смола, я чуть не сразу понял, где. Эй! Это было неожиданно. И для них тоже. Не подпали себя. Так, ну один снаряд мы просрали случайно. Ладно, уж не буду загружаться. Угу, Сьерра. Гляди, эту жаровню можно толкать. Да, точно. Я вот хочу понять, куда ее еще можно толкнуть. Есть ли в этом вообще какой-то смысл? Но здесь как будто бы ее некуда толкать. Ладно, пойдем. Не отставай. Это все какой-то бред. Может, в Марселе будет иначе? Ага, до первых крыс. Амиция, в Марселе у Ордена есть особые дома, оборудование и специалисты. Типа Водена, и чем, по-твоему, они занимаются? Здесь нам все равно крышка. Дальше дороги нет. Лодка Джозефа, мы уже близко. Да, точно, мы же ради лодки все это затеяли. Тут не пройти. Ах!
Еще крысы. То здание слева, может, там нам повезет. Но я уже вижу, что тут можно сделать. Давайте рыбку. Рыбку не будете? А, ну надо потушить эту. Огонь потушить. Так, лутаем сундук. Остальную часть причала крысы разнесли. Надеюсь, мы тут сможем пройти. Давай попробуем пройти. Ого. Ну, что это такое? Ну и запах. Смола. Даже голова кружится. А крыс не слышно. Нет, но они где-то здесь. Гляди. Ага. Что ты там увидел? Ого, это что вообще за место? Смолокурня. Тут они, наверное, смолили днища лодок. Здесь даже все в сохранности. Тут как-то по-другому. Древесная смола. Это ванна для смешивания. А та бочка наверху должна быть разбавитель. Они следуют за нами. Без паники. Здесь есть смола. Надо только применить разбавитель, и она сделает ее жидкой. Целая ванна смолы. А что это? Может расчистить дорогу к двери? Мы придумаем, как до нее добраться. Ну-ка, эти веревки двигают платформу. Работники забирались на нее по лестнице за решеткой. Надо пробраться туда. Да, мы сейчас проберемся что-то. Отлично. Выходит, мы теперь еще и смоловары. Да уж, это ненадолго. Что ж тогда за дело? Что-то я ни разу не пробовал в них камнями покидаться. Очевидно, это бесполезно. Так, резервуар мне взять на себя? Что скажешь? Да, заберись по лестнице, я подгоню платформу поближе. Уже бегом. Так, я тоже туда залезу. Дай-ка я осмотрюсь. Угу. Не зря, как знал. Да, крути до упора. Сейчас сделаю. Отлично, не отпускай, пока я не скажу. Можно? Отпускаю, держись. Давай назад к резервуару. Иду. Разбавитель, ну конечно, это спирт. Ну как, мы готовы? Да. Можем делать смолу, выливаю. А ты знаешь правильную пропорцию? Нет, на глаз сделаю. Надеюсь, мы не взлетим на воздух. Готово, думаю, можно поджигать. Хорошо. Посмотрим, что у нас вышло. А тебе там наверху не будет? Слишком жарко. Ну, была не была. Получилось. Да. А как ты слазить будешь? Well, ну, хоть что-то. Что теперь? Я тут застряла. Постой, кажется, тут еще с чем-то экспериментировали. Да, может получиться сейчас, я тебе это брошу. Они уже совсем близко. Вот, скажи, когда будешь готова ловить.
смола. Теперь вы можете изготовить смолу. Смешай смолу со спиртом. О, круто. Готово. Отлично. Брось горшок со смолой между двумя этими большими резервуарами. Упс, я что неправильно сделал? А, нет, все, все правильно. Посмотрим, что у нас вышло. Отлично, идеально. Да, смола в той последней ванне уже жидкая. Бегу. Ой-ой-ой-ой. Да в смысле... А, она потухла. Вот оно что. Я-то думаю, что они меня поджирать начинают? А смола-то потухла. Ну, логично, в принципе, да, вполне. Please work. Let's see what our tars were. Perfect. Yes. That last pool there is already full of tar. Coming. Черт, чуть не поджег себя. Офигеть. You saved my skin. Ты спас меня. Это все смола. Отличная штука. Все равно, спасибо тебе. Да ну что ты. Так, теперь я пойду посмотрю, что там. Опа. Здесь инструменты, и нам как раз вот одной не хватало. Что-то там я... А, двойную лебедку, прошу, я хотел двойную сделать. Чтобы она там выпиливала только в путь. Но вообще надо посмотреть, во что там выгоднее вложиться. На тот момент проща оказалась лучшим вложением. Но если есть что-то там про ресурсы, то почему бы и нет? Лодка должна быть где-то там, да? Я бы не была в этом уверена. Амица, послушай, насчет Гуга. Твоя матушка с магистром Водоном тогда на меня так насели. И я виноват. Напрасно я их послушался. Просто я оказалась не готова к такому. Я не могу его потерять. Не могу. Мы сделаем все, что нужно. Это да. Так, а что верстак-то мне когда дадут? Так, что у нас тут? А ведь сколько прямо сейчас людей гибнет, и такая тишина.
Зря мы вообще сюда пришли. Ты так говоришь, словно от тебя что-то зависело. Но по сравнению с Макулой мы всего лишь песчинки. Я не песчинка, Лука. Я просто к тому, что ты перестала во всем винить себя. Ладно, идем, нас ждет лодка. Нужно увезти отсюда Гуга. Договорились. Песчинка. Еще одно воспоминание удалось нам обнаружить. Ну вот, четверть игры пройдена. 1/4. Through here. Сюда. Гляди, вон там, лодка Джозефа. Мы почти у цели. Да, идем. Они здесь, внизу все в крысах. Постой, смотри, вон тут резервуары. А там бочка с разбавителем. Они здесь сделали смолу. Давай используем ее, чтобы расчистить дорогу к лодке. Да, опять сделаем смолу. Ну и денек. Смоляной денек вышел. Сейчас мы тут еще посмотрим, походим, что есть тут. Угу. Нигде ничего не заныкано. Ну давай, крути. Так, а почему она отъезжает? Не понял. Эй, вы кто такие? Мы просто хотели... Только не тут. Я сам здесь уже черт знает сколько сижу. Помогите мне выбраться. У нас есть план. Вы можете добраться до этих мостков? Да, но понадобится ваша помощь. Они подняли мост. Это я исправлю. Вместе с солдатом проберитесь через док. Вместе с солдатином. А, вижу. Черт, это было неожиданно. Секунду. А он вроде нормальный. Просто напуган. Ну и хорошо, значит. Держите свой разбавитель. Кажется, он не в курсе, что мы беглые. Или пока не догадался. История повторяется. Они же не любят огонь, да? Отлично, ну как вы теперь подожжете? У нас есть способ. Не вижу тут никаких факелов. Погодите, сами все увидите. Так, а если он... А, он все, он ее уже накрутил.
Я думал, если он ее отпустит, то мы такие побежим быстренько. Ну, точнее, отъедем на ней куда-нибудь, там, в какую-нибудь локацию там попадем. Так, уже есть что-то. Эй, что это такое было? Это, ну, самодельная штука алхимическая. Алхимическая? Мы вообще-то это дело не одобряем. Не зря, потому что сейчас алхимия спасет вашу жизнь. Солдаты. Отлично, так, дальше есть еще два резервуара. Тогда за дело. Амидса, ты забирайся на мостки и займись разбавителем. А я выдвину их лебедкой. Хорошо, я крикну, когда буду готова. Так что вы вообще тут делаете? Бежим из города. Вы что, не знаете, что в городе объявлен комендантский час? Да, и люди продолжают гибнуть, так что мы решили рискнуть. Ты так мимо резервуара проскочишь, притормози. Ты ехал слишком далеко, давай чуть назад. Ну, меня к сундуку зато подогнали. Этот сундук взять. Ага. А миссия, погоди, ты не подожгла второй резервуар. Да, ты прав. Давай сначала с ним закончим. На месте. Здорово, теперь подожди его тоже. Сейчас сделаю. Готово. Здесь по-прежнему на пути лодка. Это тебе придется поднять самой. Ну это да, это я знаю уже. Неплохо. Для гражданских вы, на удивление, слаженно работаете. Нам часто приходилось полагаться на себя. Почти готово. Осталось наполнить последний резервуар. Все, хватит. Ага. Готово, поджигай, Амидса. Лука, ты можешь идти, путь расчищен. Хорошо. Миссия, мне не пройти.
Нет, свет туда не достает. Должен быть какой-то способ. Да, просто брось смолу прямо в огонь. Он ненадолго вспыхнет ярче. Это должно сработать. Хорошо, сейчас попробую. Бросьте смолу в огонь, чтобы сделать его ярче. Ой, как ярко. Беги, беги, смола скоро прогорит. Сработало идеально, спасибо. Да, неплохо придумано. В алхимии мы, может, и не разбираемся, но уж смоле-то толк знаем. Да, мы видели горшки. На что они вам? Это секретная информация. Ну почти. Проходи. Я на месте. Отлично. Надо же, у вас получилось. Эй, можешь снова стрельнуть из этой своей штуки? Я тут застрял. Хорошо, попробую. Ну что, познакомимся с ним поближе? Давай, осторожнее. Кто знает, что бы он сделал при встрече нас в городе? Что ж, вы отлично поработали. Мы это сделали. Повезло мне, что вы двое решили нарушить комендантский час. Ну что, идем? Да, нужно спешить. Конечно, давайте я вас провожу до дома. Вообще-то нам нужно туда. Даже не обсуждается, вы идете к себе домой. Ну начинается. Отпустите нас, мы же вам помогли. Закон есть закон. Не пропусти... Ты смеешь угрожать солдату армии Прованса? Да, у нас неотложное дело. Постой-ка. На нас сегодня напали какие-то девицы и мальчишка. Это вы сбежали. Ты сможешь ослепить его смолой. Давай, Амисия. Лукас, a stupefaccio, please. Yes. Торопись, действие скоро закончится. Так, я там не пройду. Так, а чё я покраснел весь? Что у него тут интересного? Сундук лишь. Опа. Что за народ? Чтоб еще раз хоть я им доверилась. Да уж. О, верстак. Так, что мы можем сделать? Ну, в общем, да, можем сделать прощум, чтобы она под веки дала. С удлиненными веревками камни с пушей летят с большей силой и оглушают врагов на более долгий срок. Ага, нормально. Если здесь. Амица улучшает алхимический снаряд, позволяющий убивать врагов броском кувшина. Сагнифайер. Амица улучшает алхимический снаряд, позволяющий ей взрывать Адорис при контакте с огнем. Взрыв убивает незащищенных врагов. Лишнее кольцо на поясе носить. Может нести больше алхимических припасов. Амица может носить с собой больше ножей и перита. Ну, что такое перит, я пока не знаю.
Дорожный инструмент позволяет Амидзе улучшать снаряжение где угодно без верстака. Амидзе может использовать вечный инструмент, чтобы улучшать свое снаряжение без затрат на инструмент. Использовать вечный инструмент, чтобы улучшать свое снаряжение без затрат на инструмент. Угу. Ну вот это уже интересно. Это позволит нам нехило экономить. Much better. Так, что мы тут пока ничего не вкачали? Let's see that boat. Пойдем поглядим, что там. Джозеф, ты ставишь под угрозу здоровье граждан. Зря ты не уплыл, когда была возможность. Друг мой, я жду своего клиента, и я всегда исполняю свои договоренности. Я отменяю твою договоренность. Гавань закрыта, у тебя нет пропуска. Да, у него проблемы, нам надо уходить. Да, ладно, некогда мне тут с тобой торчать. Нет, ты слишком много видел, пойдешь со мной. Да ладно, ты че? А вообще, знаешь, иди к черту. Джозеф, подождите. Стой, где стоишь. Мы от магистра Водена, нам нужно выбраться из города. А я, по-твоему, что делаю? Здесь мне уже ловить нечего. Пожалуйста, мы в ловушке, с нами маленький ребенок. Ладно, ладно, бегите к следующему понтону. Вы еще кто такие? Где капитан? Черт. Лазутчик. Бегом, живо. Да, бежим. Посторонние на территории. Так, 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 так. Что это было? Джозеф разбил горшок со смолой, а там был факел. Это было эффектно. Послушай, нас так или убьют, или мы... Делай то, что нужно, нам непременно надо добраться до лодки. Ладно, за дело. Заметьте врага с помощью смоляной лужи, а потом подожгите ее, чтобы его прикончить. Кладите смолу в горшок или разбивайте кувшин с ней. Уже не в гавани, что солдаты тут делают? Следят, чтобы никто не ушел. Без толку тут искать. Ничего, ладно, надо дальше двигаться. Ага, ну да, вон я там горшок вижу. Как ему это удается? Не знаю. Офигеть. Этот Джозеф не алхимик. Фантастика, да. Нам даже самим ничего делать не надо, он за нас все делает. Только погляди на этот костер. Да, просто огромный. Я чую запах смолы, так вот зачем им нужна была смола. Похоже, что кто-то очень боится темноты. Офигеть.
Опа, это что, горшочек? Нет, инструменты. Элементы, точнее, запчасти. Обойду немного их. Незачем прямо в лоб лезть. Костер. Это не дрова горят. Это трупы. Так вот, куда их всех свезли. Смола кончилась, а трупы все везут и везут. Ну и хорошо, значит, чистильщики делают свое дело. Никакая это не чистка. Большинство из них даже не были больны. Зверь просто убивает всех подряд. Это бойня. Все они там потенциальные переносчики. Сам знаешь, нельзя допустить, чтобы они добрались до других городов. Так, давайте поближе тут поглядим. Вот почему весь город отцеплен. Да, отцепить город, а потом избавиться от всех жителей. Действует как на войне. Угу. Как только доберемся до Жозефа, сразу бегом домой. Лучше бы успеть. Я уже думал, хуже инквизиции ничего не будет. Да. Так, там, в общем, лучник. Может, если бы тут был сам граф, с ним можно было бы как-то договориться, попросить о встрече. И что дальше? Сказать ему, что мы принесли им крысы смерть? Нет никакого выхода. Теперь все равно. Это эпицентр заражения. Дальше болезнь может только распространиться. Не подходите, слышите? А, это он с крысами, наверное, там болтает. Фух, это было близко. Чуть ли не прямо к нам в лицо он повернулся. Мне так страшно, что я не вижу... По-моему, они начали зачистку с нижних кварталов. До верхней части города время еще есть. Надеюсь, ты прав. Это она про то, что за мать переживает. О, это что за пирамидка из мышей? Сундук, хорошее дело. Опа, вот это не очень. Зачем ты сюда идешь? Блин, вон там еще один бродит. Белями лежат. Начнется хаос, горожане просто так не сдадутся, они будут драться. Надеюсь, скоро нас здесь уже не будет. Джозеф сражаться умеет, это хорошо. Нормально набрал тут, конечно, всего. Но я пока крафт ничего не буду, пусть лежит.
Сейчас да пройдем, да закончим. Так, нам в те кусты надо. Ага, лодка пошла дальше. Ох, это, ох, что это за запах. Насколько далеко он отходит? Ну-ка. Не то чтобы очень, но достаточно. Так, можем разбить банку, конечно. Жозеф вроде человек надежный, может... Все диалоги пропустил. Что там про то, что он наемник там и вот туда-сюда? Ну да-да-да, ложная тревога, давай иди отсюда. И хватит броска с руки, чтобы разбить горшочек. You bastards really seem to like me. Хватит. What's making that noise? Чё они мне грызть-то начали, я не понял. Да, ненадолго нам хватило. А, он к нам даже не подойдет. Так, а куда нам? Я что-то это запутался. Я зачем-то сюда шел. А нам, наверное, да, нам туда. Блин. О, там кого-то слопали случайно. Блин, да ты себя вообще тупо загнал сюда. Опа. Можешь.
Better start looking elsewhere. Ну да, мы тут никак сейчас назад не вернемся. I was starting to worry. Нормас, его за что? You bloody rat. Can't find a thing here. Только если так попробовать. Ну, короче, да. Я крайне тупейшим способом себя загнал назад и ничего с этим сделать не смог. Мне нужно сюда. Так, верстачок, только мне нечего, наверное, на нем делать. Ну да, у меня нету инструментов, у меня их тупо ноль. Так, ну мне нужно сохранение. Он здесь. Черт, я уже думал, вы не доберетесь сюда. Так, ну я пойду, но я сейчас быстренько. Но, спасибо, что не бросили нас. И что помогли с часовыми. Да вы и сами справились. Ну и где остальные пассажиры? В городе собираются, мне нужно. Гуго. Что они сделали? Я побегу за ним, жди нас у доков рядом с домом. Что происходит? Как думаете, что это было? Не знаю, но меня это разбудило. Дом, почти добралась. Дурное предзнаменование. Комендантский час, все еще в силе, всем разойтись. Что происходит? Скажите нам правду. Хватит нас обманывать. Нет, 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 бегите, спасайтесь! За грохот. Гуга, что происходит? Что с ним сделали? О боже, я же предупреждала, что все этим кончится. Во всем виноват Воден. Блин, ладно, еще чуть-чуть. Там. Ага, нам тут не дадут побродить. Дом, я справлюсь. Что? О, нет, 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 нет. Нужен, прекратите это. Пожалуйста, Гуга, прекрати это. Я уже иду. Не стойте там, они приближаются. И вот так вот. Да. Come on,
пожалуйста, Гуга, прекрати это. А куда бежать-то, если туда нельзя? А, вот бабка ушла. Дом, он еще цел. Вперед, вперед, вперед. Быстрее, быстрее. Вы его не получите, не получите. Чертовы демоны. Держись, Гуга, я почти. Я пришла, Гуга, Гуга, это я. Это ваш сын, сделайте что-нибудь. А, защитница, ну наконец-то. Он никак не успокоится, я не знаю, что делать. Да я. Гуга, Гуга, я здесь. Пожалуйста, пожалуйста, успокойся. Я знаю, ты напуган. Гуга, пожалуйста. Снился плохой сон, я знаю. Что случилось? Нужно уходить, пока все не обрушилось. Да, Лука должен уже ждать нас у доков, идемте. Амисия, я должна его понести. Так, ну что, к сожалению, на этом уже нужно мне заканчивать, так что давайте прощаться. В следующей серии уже там донесем его до доков. Всех благодарю за просмотр и пока-пока.